Итак, здравствуйте, дорогие телезрители. И сегодня пора ухаживаний. Наш Рафаэльчик наконец-то ухаживает за Микаэллой. И они оба ухаживают за друг другом. Как хорошо. Как мне повезло. С тем, что я снимаю. Смотрите. Как мне хорошо попалось. Ой-ой, как интересно. Они оба ухаживают. Возможно, может что-то получится. Будем смотреть и надеяться на лучшее. Она наконец-таки обратила на него внимание. Ух ты, какая красота! Какая красота! Она не обращала на него внимания все это время, как он был с ней. А теперь обращает. Как я рад. Что же, может что-то получится. Смотрим, смотрим, смотрим. Как удачно я включил камеру. Дорогие зрители, ой, какая красота. Какая красота! Какая красота! Когда самец щекочет самочку по шейке, это называется ухаживание. Так он хочет привести внимание. Если самка не обращает внимания, то это будет длиться долго. А сейчас она обращает наконец-таки внимание. Я очень рад, я просто очень рад. Как хорошо. Вот это да! Молодец, Микаэлла! Молодец, то, что ты обратила на Рафаэльчика внимание. Молодец. Что же будет дальше? Ну, пока смотрим, наблюдаем. Какой интересный кадр.